А ты что, соль не добавляла? Ну вообще да. Ребят, сейчас, в общем, интересная новость. Мне написали с просьбой обмена моего автомобиля BMW X6 на квартиру. Представляете? В Грузии, в Батуми, с ремонтом совсем, да. Видно, да? Да, сейчас видно, да. Дивіться, який вид класний, вообще. Та ти що? Дивись, просинаєшся, да? Так проснувся, добре утро. Красиво. І такий вид сразу. На 30-му етажі, прикинь. На 30-му етажі? Вона маленька, небольшая, 30 квадратів, ну однокомнатна. Ну одно... Грузія, ти можеш собі брати? Ти зараз побачиш, який район, ти офігеєш. Це реальні фотки з ремонтом, а дають повністю з цим вот ремонтом. Класно, з меблями, так, да, зовсім? Зовсім, повністю. Зовсім? Нічого собі. Ну, оно так і входить. Він говорить, типа, неплоха інвестиція, типа, вложили. А це напротив кровати, да? Чи бо я не бачу? Да, наверное. Ну, да. А, ну, да, вот. Видишь ты? Класно. Ну, це, типа, студія, студія, да? Студія, кухня і, да. Диванчик, кухня. Ну, как, 30 квадратів, в принципі, ну, маленька, ну. Ну, зато це ж Грузія, це ж тобі не якась хацапетовка, правильно? Да, да, да. Маленький холодильничек. Конечно, очень маленький. Це плохо, конечно, да. Может, он не такой маленький? Смотри, какой вид. Да ты что? Ты представляешь? Я уписалась бы, мне кажется, даже если бы я просто там побыла. Да ты что, класс. Вообще, как на Дубай чем-то похоже, угу. Знаешь? Сейчас увидишь, в каком районе. Не, ну прикольно, стильненько. Кухонка маленькая, да. Да и в тебе тут не сильно большая. Прикольно. Ну, маленька, да, типа студийная. Ну, 30 квадратов, однокомнатная квартира. Не, ну классно, не, все ну равно. Прикольно, это посмотри, отсюда прям, блин. Угу, угу. Прикольненько. Да ты шо, я только, мне уже хочется на заставку поставить. Какая красота. Вообще, класс. Ну, он очень мне только что написал, предлагает, типа, давай, говорит, обменяемся. Очень красиво, прям вообще. Смотри, как классно. Смотри, как красиво. Блин, такое чувство, как будто это вообще все нереально, как будто это какой-то фотошоп. Не-не-не, это все его квартира, давай дальше. Блин, класс. А это я так и не поняла. Ну, это там окно, блин, получается. А что это? А, я вот думала... Это, да, давай дальше. А что это такое? Ну, это холл. Смотри. Вау. В каком доме, как в каком как районе. Как будто, Майами, знаешь? Нет, Грузия реально. Да, похоже. Похоже, да? Угу. Типа, как Майами. Смотри, на каком. Это 40-й тоже. 40 этажей и квартира на 30-м. А дивись, все, тут на самом верхнем, что какие-то типа тусовки. Ты представляешь, сверху, на какую этот? На этом, на крыше. Ой, я не хочу, я сейчас начну расстраиваться. Все, это последнее. Последнее. Ты представляешь, какая красота? Дуже красиво. Ребят, вот чтобы вы понимали, ой, все. На какую квартиру меня хотели поменять машину. Ну классно. Классно. Возможность такого обмена. Шей, Батуми. Батуми, блин. Блин, прикольно. Прикольно, да? Ну так бы и обменять и жить можно там. Представляешь, уехать тупо жить в Грузии. Ты смелый в Батуми, ты можешь себе представить? Оце перевернеться з жизнью, воно так вообще. Типа, вот тут сейчас одну жизнь живеш, а там вообще якась, как будто в сказку попала. Да? Да, красиво, да, в таком доме жить, на воду, oh, блин, смотреть. Ты що, на воду прям вообще. О, май гад. Спокойно виходиш так на балкончик сюда. Ти з пивком вийшов на балкончик, знаєш, під рибку, під якийсь там, не знаю. Да. Балдёж вообще. Ну, очень-очень. Так, сісти помечтать, конечно. А що помечтать? В принципі, це все реальне предложення. Так реально, реальне предложення. Що тут мечтати? Взагалі, якщо чисто сісти і представити себе, ти себе представив уже? Представити себе очень прям так. Ні, предложення прикольне, я тебе скажу. Не вигулював, скажи. Чого не вигулював? Ребят, всім привіт. Привіт! Ми з Нікою вийшли, в общем, короче, где-то погулять. В общем, вивел... Вывел человека в белом капюшоне. А я буду в черном капюшоне. А я буду в черном капюшоне. А вообще, кстати, я хочу... Знаешь, что я хочу? Что ты хочешь? Я хочу всем говорить, что у меня сельский говор. Наверное, это то, что я общаюсь с Уржиком. Я вот это думаю, когда мы будем снимать видео, я, наверное, буду общаться так,
Чтобы не говорили, что говорили. Картинка в Инстаграме. Нас отличает от русских то, что мы хотим общаемся на русском, хотим разговариваем на украинском. Братан! Вот он, блин. Человек на Range Rover'е. Привет. Как дела? Привет. Нормально. Привет. Никита. Ника. Очень приятно. Приятно. Что? Да идем в магазин. Сейчас, блин, что-то купить, блин, на покушать. Ты прямо в эфире идешь в магазин? Да, я же как раз и снимаю. Так что ты попал. Так вон, пожалуйста, надо. Там стоит. Стоит? Да я как-то с тобой, блин, это, да. Это на ренджике поездить, я у него как-то возьму. Так хочу на ренджике. А что ты не захотел? Так набери сейчас Никита, скажи, как буду вертаться обратно, да. Я же спитала, сказала, что Женя хочет проехать. Да я у него как-то возьму в следующий раз. А ты сказал, так у нас стоит. Да не, ну не хочется, он тоже куда-то и шел. Я потом проедусь хоть. Так, может, а, ты просто будет... тоже хочешь, наверное. Я не хочу, так я могу просто погулять. Ты типа ради меня, может, чтоб я поехал? Проехать, ага. Мне все равно, зачем мне. Мне с тобой дома хорошо, мне не обязательно. Да? Сейчас конечно, пойдем в АТБ. Да, а что вы это, Милку побачили? Пошли. Я за тобой буду идти, как раз буду снимать. Кого-кого? Публики багато. Угу. Нет, зачем ты? Это... ты а что, не надо? Блин. Там контролировать, проучиться. А что надо? Что нам надо? Я хочу безалкогольную пиво сухарку. А тебе можно безалкоголку? А что, мне нельзя безалкоголку? Ну так-то вот тут есть безалкоголка. Если, или там безалкоголка. Ну там, наверное. А нема безалкоголки у вас? Нет? Капец. Нету, Ник. Энергетика тоже нежелательно. Ну да. Так что ты... Тебя, наверное, знают. Да, знаю. Ну, знают. Наверное, знают, если говорят. Прикинь. Ты уже стала популярной. Звезда? Звезда стала, нифига себе. Она же так улыбнулась. Хлеб не? Не, у нас не хлеб. Так у нас нема еще хлеба. Блин, ну налёвку, ну тогда в наш край сейчас пойдем. Не хочешь. Уже... всякие штучки есть. Уже решила это для косметики. Да, это для косметики. Прикольно. А что это такое? А, это для лица, я думал, для другой вот темы. Так. Нифига себе. Женя, купай мне трусики. Буду ходить в таких трусиках. Нет, еще. У меня денег нема. Сама себе уже покупаешь. Я и так себе всегда покупала, Люб. Ну ладно. Аккумуляторы? А что это такое? Я не знаю. Это для чего? Я купаться. Это на раз-два и все, я не вонючий. Я не вонючий. Так, а кто же такие сумеры вообще-то тапки? У меня не вонючие тапки. Вонючие. Не надо. О, у нас тоже такая. Нас кстати, такое. Очень приятный, да? Да. 6, за 68 гривен купил? Да. Такая ну, а что вы было делать? Я не посмотрел на сумму, на цену. Ну что? Не рекомендовано, кажу. Вау, какие трусики розовые. Ну, а такие? Пошли тогда в другой магазин. А вони детские. И тут возьми еще сухарики, можешь купить. То история, тупая, игрушечная тупая, история. Та ну не гони. Ты что? Ты больше ничего не купишь, Ваня, сумму? Нет. Ну ты что? Пошли. Давай я тебе куплю. Не надо. Давай тебе угощу пивом. Нет. Давай? Пивом? Давай. Ну если угостишь, то давай. Блин, лучше взял вот всю с карамелькой. Ну я не знаю, не подумал. Ребята, Ника меня угостила сухариками и бутылкой пива. За 55 гривен. И сказала, теперь я буду должен. Да, корона, кстати, подорожала. Ага, 55 гривен бутылка, пиво. На 70 гривен она угощала. Это жесть. Ты проедаешь все на мне. А, сейчас мы в этот пойдем. В наш край. Зайдем. Сейчас я положу. Чуть-чуть. Кого? Трошки ж маленькая. Ну, если ты проплатишь, то да. Ну, открой хоть пакет. Сейчас. Я тебе возьму маленькие две штучки. Сейчас. С маленькой. Да их можно было без пакета просто взяла бы. Какая тебе разница с клубничкой? Все равно на тепло хочешь. Да хватит, Ника. Сейчас. Все, я не буду больше. Так я куплю. Я понимаю, хватит.
вспомнил. Все. Ого. Сколько? Все, успокоился? Да. Чуть-чуть не дал мне купить. Пошли. Ну, можно чипсы. Нет. Чипсы нет. Пошли. Все, идем. Ты платишь. Ну, молодец. Ты? Такого я красивого молодец. Кошелька, слушай. Да ты что? Да, это же Аня мне подарил. Угу. Я подарил? Да. Ничего себе. Такой крутой кошелек. Ага. Розовый. Угу. Капец, Павлющенко, дорого ты мне уходишь. Конечно, такой походу. Я даже пиво себе не взяла. Ну, так и не надо тебе пиво. Оно может быть. Но осталось ты без пива, зато ты купила сока вкусного. Будешь сок пить. Ребят, если вы видели, как она жует эту булку, как бобер так. Хорошо, вы не чуете, что она чавкает. Угу. Я не чавкаю, во-первых, это раз. Вот, смотри, какой магазинчик. Тут я не был, это фарш. Это пиццерия. Да. Вот это лофт, это магазин. Спасибо. Ой, классный палисадник. Вот это у нас церковь, по-моему, посвященная то ли афганцам, я не помню. Здесь были памятники афганцам. Я все свое детство провел вот этих вот палисадниках, чтобы ты понимала. Видишь, Афгану даже памятник стоит. Везде. Он назывался палисадник. Ну, это не знаю. Это даже не церковка, это такой, блин, я даже не знаю, как это назвать. Ну, сюда ходят люди? Все воинам. Да нет, это чисто там для воинов Афганистана, вот видишь. Mm. Вот такое. Ох, я здесь детство провел. Да ты шо, мы здесь... Прыгал я через вот эти вот кушери, блин. Сальты делал. Сальты? Да. Целые сальты здесь. Прикольно было. Все мое детство именно в основном именно здесь было. Прыжки через вот эту вот штуку. Мы здесь в этих кустах застревали, ребята. Первые мои раны, кровь была именно здесь. Сквер воинов-интернационалистов. Вот так. Обидожда. Питожда. Женя, ты что? Ну давай. Ребята, она меня просит, чтобы я побрился вообще на лысо. Ну, то есть побрился полностью бритвой под ноль. Я просто никогда не бачила. Ну, чтобы ты понимала, я лет 16 уже не брился вообще, ну, полностью. Да, ну, она уже отрастает через 2 дня. Я только бреюсь. Вот, оно не отрастет через 2 дня. Ну, через 4. Ну, пожалуйста. Ну, щетина уже начинает, она через пару дней появляется все равно. Ну там мне надо, ну, но пойти просто... на такой риск, слышишь, быть, блин, лысым облезшим котом, блин, буду. Ну я просто никогда не бачила. Ну один раз. Мне не идет, я буду слишком какой-то молочный такой. Так, мне там не волосы тоже не идут. Я всю жизнь была блондинкой, ты сказал, чтобы я перекрасилась, и ну ничего ж, я жива. Так, я перекрасилась навсегда, а тобі побриться тільки один раз на 4 дня. Ну, пожалуйста. Ну я просто ніколи тебе не бачила, мені інтересно дуже. Какой я полностью выбритый? Да. А меня никто не видел. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, сейчас попробую. Будешь контент. Ладно, сейчас попробую, окей. Да? Да, хорошо. О. Давай. Да. Я просто не помню, как это, прикинь. Вообще не помню. А когда ты брился так последний раз? Лет 16 мне было, наверное. И ты вот это первый раз бреешься? Ого, прям, это ты? Больше... Это больше... 20 лет я не брился, да, где-то так. Да ты что? Угу. Честно оце... говорю. И вот это я такое заставила побриться. Угу. Не, я серьезно говорю. Меня никто еще не видел. Ну что, попробуем? Ой, мне уже страшно. Ай, а чего так больно? Пипец. Че ты смеешься? Ну просто непривычно тебе так бачить. Я ж тебе такого никогда не бачила. Кто бы сам уже пена не веет. Ну что, готова? А? Не очень, если честно. Показаться? Ну давай показывайся. Показывайся? Фух, Гульштай. Ответственный момент, отвечаю. Я теперь тебя буду называть Гульштай. Смотри.
Ну что, пипец вообще, лысый? А? Какие-то смешные. Скажи. Совсем, ну, как другой человек. Вообще, да, другой человек? Моложе? На мандалоида похожий. Вообще, мне борода все-таки больше, лучше идет, я тебе скажу. Как мне крути? Ну, мне ж стоило тебя побачить, правильно? Угу. Видишь, раздражение пошло, надо чем помазать, у меня нечем. Кремиком сейчас помажем. Так лучше или все-таки лучше, когда я с этим, с бородой? Я даже не знаю, если честно, я ж не поняла. Мне надо на тебя подивиться минут 15. Ну скажи, я вообще не такой, да? Чуть-чуть изменился. Да. Я ж тебе говорил, мне некрасиво. Ты якийсь як цей. Как малолетка. Ну да, я говорю, я моложе выгляжу, пипец. Ребят, вам нравится так, интересно, не интересно? Ну вообще-то все без бороды, они как-то выглядят моложе. Моложе, да. Ну в общем, вот такой вот, какой-то круглолицый. И, блин, прыщики сейчас начнут. Представляешь? Мой пупсик красивый. Пупсик, а твой пупсик? Мой красивый пупсик. Я просто твой пупсик. Привычно. Ника уезжает домой. К себе. Она едет. Зачем ты едешь туда? Делать ресницы, ногти в больницу. Сдавать анализ. Нормально. А я остаюсь сам. Меня оставляют одного. А прям. Ну и все. Будет Женечка один. Ну конечно, и как раз выбрала такой момент, чтобы меня побрить, подстричь, как она говорит, уродец. Разве можно так говорить на человека, на которого, блин, ты любишь? Ты на меня тоже много, как кажешь. Ты почаще брейся. Я могу ехать и быть спокойно. Я и так спокойно тебе доверяю. Да? Вообще. А ну поверни живот, видно? Сейчас посмотрим. Видно. Ну понятно, шестой месяц, что ж ты хочешь. Уже скоро рожать мне. Ну как скоро? Ну совсем, да. Ну для меня скоро. Вот это Ника сколько уже конфет съела? Конечно. Все Ника, да, все понятно. Ника очень любит кушать. Да, я накажу. Саранча ты моя. Да. Да. Даже спорить с тобой не стану. Смысла нету, да, даже спорить? Ну, я не хочу. Не хочу. Знаешь, кажуть фрази, я с дураками не спорять. От я не хочу, правда. Ладно, я хочу избавиться бо нерви. Мені зараз їхати в дорогу на двох маршрутках 2 часа, я не хочу. Хорошо. У мене на рісниці так галімо повипадали. На одному глазу у мене 3 рісниці, а на другому 33. Твої ногті відломлені. Ребят, прикиньте, отломила ногу. І саме головне, 2 одинакових. Ой, по-матерісь, як ти також материлась. А ти теж материшся, ти не ділай себе святого, ти так само материшся. Давай, по-матерісь, ти також материлась. Покажи, як ти материлась. А не хочу. Ну, як Ніка рисується губи, видите, красиво. І потім відчуття, що не дуже великі губи. Кое-хто обіцяв мені на 8 марта. Що я пообіцяв? Губи! А їх нема! Нет уже у нас денег на губы. Война на улице, а ты говоришь губы. Что больше? Ну, типа, когда я крашу, что ты. Ну, ты же делаешь больше, их объемнее. Ну, как я могу их рисовать больше, чем они у меня есть? Ну, как-то ты же верхнюю объемнее делаешь губу, блин. Я понять не могу. Ну, да, чуть-чуть. А зачем ты вообще бабские секреты выдаешь? В смысле, блин? Я прожил всю жизнь с девочками, блин. Вся моя сознательная жизнь с девчатами, и я понимаю. А теперь ты будешь жить с мальчиком? Ничего. Ну, учусь и с мальчиками. Перевыкай. Угу. Не буду красить прогресс, сделаю просто